есть не желаете? Совершенно бесплатно от всей души и от горячих сердец предприятия и учреждения Октябрьского городского поселения угощали земляков и заезжих гостей. Всем, кто голоден или желал промочить горлышко в субботу 26 августа, в поселке Октябрьский Михайловского района наливали и угощали на выставке в конкурсе «Русское застолье». Правильно, что самовар дымится. Очень правильно. Молодцы. Среди дегустаторов всевозможных яств можно было увидеть депутата Государственной Думы от Рязанской области Елену Митину, директора Рязанского областного научно-методического центра народного творчества по совместительству регионального координатора проекта «Местный дом культуры» Елену Шаповскую, главу администрации Михайловского муниципального района Евгения Сидорова и, конечно, главу администрации Октябрьского городского поселения Валерия Шалырина. Мне очень понравился квас. Квас, который сделан из малины, из вишни, из смородины. Очень интересный узнать рецепт, потому что вот такого я еще никогда не пробовала. А вообще мероприятие очень хорошее, люди счастливые, довольны. Угощения и композиции из цветов настолько покорили сердца членов жюри, что они не смогли выбрать лучшую из лучших. Экспозицию решили отметить всех и не прогадали. Красота необыкновенная. Посовещавшись, мы так и не пришли к общему знаменателю. Но и общие комиссии решили таким образом, что наградим всех. Вот. Потому что такое вот изобилие блюд, что очень было приятно, вот и глава района отметил, что в этом году нет покупных тортов, цветов, которые какие-то на заказ. Все предприятия, те, кто участвовал, граждане нашего поселка очень приятно. Наши детский сад, школы, все проявили фантазию. Ни один стол не был похож на другой. Все было красиво, от души и очень приятно. В Октябрьском городском поселении живут работящие, рукодельные люди. На выставке можно было увидеть и попробовать то, что никогда в жизни не видел и никогда не пробовал. Участники конкурса ночей не спали, включили всю свою фантазию, подключив любовь к поселку и жизни, удивили всех. Парикмахерская краса. Расскажите, что сегодня здесь на ярмарке? Ну, сегодня предлагаем блинчики нежные свои, пирожки, все как бы собственное сало, карп запеченный, малосольные огурчики, помидорчики, капуста, каравай, самогонка русская домашняя. Расскажите, кто пек каравай, блинчики? Сами жили, старались вдвоем. Готовились к дню поселка? Неделю, наверное, готовились. Ждали с нетерпением? С нетерпением ждали, готовились. Но настроение сегодня какое? Супер! Представляем две библиотеки. Октябрьскую взрослую и Октябрьскую детскую. Что у вас сегодня есть? У нас сегодня хлебосольный стол. У нас и мясо, и рыба, и раки, и картошка, и сало. На любой вкус и соленье. С душой готовились? Да, готовились с душой. Пожалуйста, наш коллектив. Вот весь коллектив наших двух библиотек. Ко дню поселка? Ну да, мы готовились ко дню поселка. Наши медали у нас на груди, видите? 12 лет. Наталья Быстракова, Александр Каратаев, Ольга Фокина, Владислав Окороков и Евгений Быстраков специально для Михайлов ТГ. Будешь знать? Вот они, баранки. Для нас ты вечно дорог, с тобою мы росли. Октябрьский поселок Михайловской земли.